Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки, ниндзя, легенды. И я тебе скажу, что на этой неделе мы топчик не возьмем, ребят. Потому что у меня была работа, еще были у меня некоторые дни проблемные. В общем, я не подходил к компьютеру, к телефону. В общем, не мог играть, и поэтому сейчас я даже боюсь посмотреть, где мы находимся. Лига самураев! Ты представляешь? Лига самураев! Я ниже... Еще не падал никогда. Это воскресенье сегодня. Нет, мне не пробиться. Максимум, что я могу, это в Лигу Сёгунов, ребят. Все. Ну, давай хотя бы в Лигу Сёгунов доберемся. Просто вы просили в комментариях: Рэй, где черепашки? Народ ждет. Ну, раз народ ждет, значит, будем снимать. Ну, народ, наверное, ждал, что я в топчик зайду, да? Ну, ребят, есть тоже свои дела, какие-то определенные, которые не могу отложить. И нужно их обязательно делать. Даже жертвуя играми. Да-да. Так, ну что, давай быстренько пробежимся тогда по серии испытаний. Я думаю, возьмем Леонардо. Не, Донни, хорош. Ты посиди, отдохни. Так, Супер Шреддер, Усаги. Вот такая команда, я думаю, сейчас быстренько мне сделают, соответственно, победу. И пойдем уже на... Ну, арена, даже если по большому счету, ребята, особо там пыхтеть не стоит на ней. Пройдемся так на язычке, да? Да куда дойдем, до туда дойдем. Вот. Потому что в любом случае нам уже не попасть в Лигу Мастеров. Как бы я тут ни старался, что бы я тут ни делал, до завтрашнего дня не получится. Вот. Потому что, ну, элементарно даже персонажа не хватит. И откатов не хватит. Вообще ничего не хватит. Ну, Лига Сёгунов, да. Лигу Сёгунов я еще, наверное, смогу сегодня покорить. Усаги, а почему ты не хочешь его... В немоту запустить. Ну-ка, Шреддер, давай своего же мелкого брата. Так, замедлялка. Рубим. Все. Все. Че он там хотел? Он думает, что я с ним буду лясы точить, что ли? Нет, ребят, я с ним ничего не буду точить. Просто на кирдык и все. Так, давай заберем награды. И дальше у нас что там? Поединки. Ну, качаем, как ты знаешь, кого? Маузеров. Да, вот это вот мы прокачиваем. Значит, нам надо 6. Подожди, а я разве в прошлой серии... А, нет, я там не наушники, я, по-моему, что-то другое искал, да? А теперь нам нужно 6 наушников найти. Так, ну, одни хотя бы уже нашли. И зеленая колба выпадает нам постоянно. Зеленая колба достала уже. Так, вторые. Вторые наушники у нас есть. Третий. Четвертый. Нужно 6, да? Четвертые. Колба, отвали. Она меня будет преследовать. Ну, последний. Давай последний, наушники, и все, я успокоюсь. Все, ребят, наушники собрали. Значит, нам надо будет найти еще 10 ящиков с инструментами. Но это уже, естественно, будет в следующей серии. Завтра уже будет у нас буст, по идее. Так, поднять уровень персонажа. А мутагена у меня сколько, чтобы поднять? 12 тысяч, не хватит, конечно же. Так, а сколько у нас... Пум-пум-пум-пум. Сколько у нас жетонов? 480. Слушай-ка. Раз у нас 480 жетонов. Давай-ка... Да нет. Давай-ка мы тогда еще 3 ДНК с тобой возьмем на нашего Пита. Так, нам нужно 500... 530, насколько я помню, да? Что-то... Так, ладно. Ага, пошло. Так, 530. Ну, в принципе, можно уже идти. Ну, давай уже добьем тогда. Добьем, я имею в виду, в плане того, потратим весь... всю... Это, весь сыр. Ну, и заодно тут... Наберем, как говорится, дополнительных жетонов. Так, 719, 734. Так бы тыщенку хапнуть было бы неплохо. Все, ребят, сыра больше нету. Так, бежим в магазин, в предметы. Открываем Пит. Вот он, наш Пит. Все, ребята, 80 ДНК. Нам еще 20 ДНК и все. И Пит будет у нас прокачан по полной программе.
Ну что, остается у нас арена. Ранг 7. Да, так низко, конечно, мы не падали. Причем, смотри, ребята, мы упали низко, да? А уровень персонажей сильно не упал. Вот такие пирожки с котятами. Ну что ж, давай тогда будем... Ну, давай возьмем маузеров. 56-й плюс маузеры. Я думаю, что достаточно будет одного, наверное, поединка, одного хода от маузеров, чтобы эти ребята тут красиво упали. Естественно, это будет массовая атака. Причем мне нравится, что у маузеров вот здесь они просто показаны, а там, когда они стоят, они с наушниками. Смотри, видишь, у них наушники есть на голове. Типа они слушают музыку. Ну что? Оу, мы с тобой все угнах уже, ребят. Такое веселье, мы уже в сёгунах с вами. Мы должны быть, ребята, в мастерах, а не в сёгунах. Твою же налево. А я радуюсь-то чему. Так, что там еще написали мне в комментариях, что в драконах всадники Олуха идет событие. Так что, наверное, еще зайдем туда сегодня. Не знаю, хотелось мне, конечно, еще Тауэр поиграть. Но тут под вопросом, либо мне играть Тауэр, либо мне на втором канале играть во что-то. И я, наверное, склоняюсь, что я поиграю на втором канале в какую-нибудь игрушечку. Пока еще не решил, в какую. А, слушай-ка. Блин, там стратежка. Но стратежка у меня, она портирована с мобилы. Вот я и думаю. Играть ее на том канале или все-таки играть ее на этом? Вот в чем вопрос-то. Наверное, все-таки... Блин, наверное, на этом, ребята, буду играть. Или на том, пока не знаю. Можно, в принципе, и на этом поиграть. Так, Ваня, успокойся. Тыч. Карачка ему просто хоба, харакири сделал и все. Так, ну что, мы переходим с тобой на 70-ю позицию. Всего лишь 70-я позиция. Ёк-макарёк. Ну ладно, Макман, давай. Я думаю, что тебе будет достаточно одного. Играем мы против Натальи. Наталья у нас. Ураганчика хватит одного? Да, вполне. За глаза и за уши. Мы их просто стерли в муку, в порошок. Так, а наверное еще сегодня, ребята, мы поиграем, знаете что? Растения против зомби, герои. Да, наверное, все-таки рубанемся. Там у меня ежедневочки накопились, так что надо рубиться. Ну что, я беру тогда здесь зэка. Я думаю, что одного его будет достаточно здесь. Раз, два, три, четыре. То есть он кидает свою бомбочку. Ну, а дальше ты сам знаешь. Возможно, кто-то упадет, а возможно, даже кого-то придется добить. Ну, двоих. Ну-ка, Лапекс, давай. Давай, красавчик. Делай свое лютое движение. Тюх, все. Прекрасно. Мне нравится хан такой, да. Оп, типа. В отстой. Смешать их непонятно с чем. Ну что, 48-я позиция. 48-я позиция. Ну, давай возьмем Бакстера. И у нас 21 откат всего лишь. 21 откат. Нет, вот было бы откатов 200, мы бы, возможно, с тобой смогли бы попасть в Лигу Мастеров. Ну и то под вопросом. Так, опа. Ну ведь от постепенки же, от дупличной. Так, давай-ка, наверное, Ваньку тогда вольнем. Попытаемся. Красавчик Лео. И Ваньку, и этого хламона тоже прижучил. Поэтому мы продвигаемся дальше. Какая 30-я позиция? 36-я. Медленно у нас, конечно, идет прорыв. Прорыв. Какие мощные слова. Так, Лео достаточно будет, наверное, одного здесь. Ну, потому что, ребята, уровень 56-й. Мы 56-54 уровень противника. Естественно, Леонардо, он просто один тут их всех распоясает. Расчекрыжит. Тюф. Вот и все. Вот и делов, как говорится, на копейку.
Ой, раздевался что-то. Ой. Что-то спать захотелось, блин. Обычно я когда поем плотненько, сытненько, мне хочется спать. Но я сейчас вроде бы не ел. Попил витаминчиков. Витаминчики, ребят, купил. Такие вот. Вкусные. Не знаю, правда, много ли от них толку будет. Но знаешь, когда вот иногда хочется вот попить, и ты пьешь просто воду. А тут берешь витаминочку, и она шипучая, ее оп. Как бы и приятно, и полезно. Так, ну что, двигаемся далее. Блин, я до сих пор не могу перейти в Лигу Сил. Но после этого поединка я надеюсь, что мы все-таки перейдем. Я надеюсь на это. Так, возьму кожеголового. Да, одного кожеголового здесь достаточно. Тем более у него этот кубарь. Он полетит, полетит, полетит и всех их разобьет. Так что давай проверим. Я думаю, он разобьет, да? Просто без шансов. Противника даже ни малейшего шанса было на выживание. Так, ну что, вот мы, ребята, в Лиге Сёгунов 2 звезды, 100-я позиция. А покупкам они, короче, нифига не щедрые. Я бы даже сказал, вообще не щедрые, потому что... Ну, мы топчемся на одном месте. Ну, я не виню их. Игру вообще, ребят, не виню. Я виню только себя, потому что эта неделя была у нас фейловая. Для меня, по крайней мере. Но я это не специально делал. Ну, просто, ребята, иногда тоже надо заняться своими делами, понимаешь? Не все же время дрынкать. Играть. Надо как бы заниматься своими еще делами. Да и к тому же, когда отдохнешь, оно как-то потом приятнее возвращаться в игру, если честно. Соскучился, знаешь, как бы это. Ну, я думаю, ты понимаешь, о чем я. Ну что, 89-я позиция и... Блин, я все жду, 15-21. Все жду, 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 жду. Высматриваю, вынюхиваю, а ее нету. Ее нету. И не будет, скорее всего, ребят. У меня уже все. Йок, практически персонажи. Там еще поединков 5 максимум. И... кирдык. Ой, да что ж такое-то? Сколько времени-то? 7:30 вечера. Уже спать кима хочется. Ну, а что хотите, ребят? Завтра в ночь. Завтра в ночь. Сегодня у меня был короткий выходной. Завтра пойду в ночь. И опять две смены. Эти убийственные ночные смены, блин. По 12 часов. Ну, это трэш, конечно. Представляешь, да, организм хочет спать, а ты работаешь. Тяжело. Тем более в полярную ночь. Это вообще жесть. Так, ладно. Берем супер шредера. Раз, два, три, четыре. Ну что, супер шредер, естественно, сейчас всех с одной катки просто. Тьф. Ты посмотри, какой у Рафаэля топорик. Мне нравится, как он выглядит. Хм. А вот что у этой? У нее йо-йо, что ли, в руках? Нет, там полумесяца, понятно. Ну, что там за шарик на цепочке? Не пойму вот это вот. Я думал, что это йо-йо. Потому что она же как бы, когда она дерется, она его вроде бы как выпускает, этот шарик, и потом обратно его подтягивает. Так, 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 так. Побежали. Причем вот они бегут, когда вот там вот первая картинка была. Такое ощущение, что... по какой-то свалке машины какие-то раздолбанные лежат. А так вроде смотришь какие-то кварталы. Ой, ой. Да что такое-то, а? Извините, ребят, за зевоту, но это трэш какой-то. Напала зевота. Так, ну давай попробуем, наверное, вот так вот сделать. А хотя, что я переживаю? У меня уже пошли 70-ники, а тут всего лишь 56 уровень, так что... мы их тут раздеребаним, только шорох. Так, наверное, надо кроликов наказать для начала. Получилось. Ну, Эйприл сейчас отхиляет команду. Или не успеет. Не успеет. Блин, замечательно.
Слушай, ну получилось. Получилось нам их уничтожить. Ну дайте мне. Они не будут давать 16-21. Ни за какие коврички не дадут. Ну что, еще поединок, наверное, ну максимум два. И все, ребят. И докуда я дойду? До Лиги Мастеров 3 звезды мне не добраться. Ой, до Лиги Мастеров 3 звезды. До Лиги Сёгунов 3 звезды. А было бы прикольно, потому что тогда мы... Так, Пита, наверное, вольем. Тогда мы с тобой бы получили, ну, повышенную награду. Не максимальную, но повышенную. Да. А так у нас будет обычная. Если не дойдем, будет обычная. Блин, король крысиный моща, прям вообще крысами валит. Будь здоров. Так. 35 место. 35. Нет, никак не. О, 16-21. Ну никак не получится, ребят. Тем более все. Я смотрю, у нас поединок последний. Да, я думал, что выйдет еще два поединка, но нет. Это будет последний на сегодня. Сейчас отыграю, потом... Ой, прозеваюсь. Ой. Да я не знаю, я вроде встал сегодня нормально. Как бы выспавшийся. Рано, конечно, встал, но тем не менее. Что здесь зевота? Может быть, кислорода не хватает? В квартире душно, если честно. Может быть, из-за этого. Спать-то я не хочу. Так, ну что, давай-ка мы поднимем уровень нашим маузером на 82-й. Замечательно. И заберем наши оставшиеся награды. Так, и вроде бы да, все, ребята. Мы уже увидимся тогда. Так, секунду. Секунду. Вот так вот. Ну что, мы тогда увидимся уже завтра, как говорится, на бусте. Я думаю, что если мы... Если я встану пораньше. А что пораньше? Не знаю, ребят, там же в 5 часов, по-моему, да, у нас начинается буст. Тогда не успею я поиграть. А если успею, то не успею выложить. Ну, постараемся завтра увидеться. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.